Коллеги, рада вас присутствовать на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва». Приветственное слово передается генеральному директору Ищенко Игорю Владимировичу. Уважаемые коллеги, друзья, не побоюсь этого слова, у нас сегодня такой достаточно значительный повод собраться здесь, подписание соглашения, которое дает начало, я надеюсь, долгой плодотворной работе одному из наших партнеров. Мы надеемся, что это партнерство оправдает ожидания всех сторон. Для этого сейчас нами, как управляющей компанией, городом, правительством города, предпринимаются все возможные усилия для того, чтобы площадка гораздо более активно, чем это было последние годы, развивалась, с тем, чтобы она оживала с точки зрения не просто базовой инфраструктуры, но и линейки сервисов, возможностей, да и вообще, не побоюсь этого слова, чтобы она бурлила жизнью, которой так этой площадке не хватало. Мы надеемся, что вы это даже визуально уже можете до определенной степени видеть. У нас на сегодня 4 резидента активно строятся. Мы сами строим инженерно-лабораторные корпуса в объеме порядка 28 тысяч квадратных метров. Поэтому для нас крайне важно, что вы, наши партнеры, резиденты особой экономической зоны, идете постадийно в соответствии с теми договоренностями, которые мы с вами достигли изначально. Я хотел бы пожелать, соответственно, и нашим уважаемым друзьям, резидентам, нашим гостям всегда ощущать себя на территории УЭС как дома. Я надеюсь, что это вашим домом, собственно говоря, в ближайшее время и станет. Спасибо, удачи вам. Спасибо, Игорь Владимирович. Теперь слово передается виновнику торжества компании «Совелмаш», генеральный директор Яковлев Игорь Николаевич. Добрый день, дамы и господа. Очень рад приветствовать вас здесь. Наш проект, который начинался много лет назад, в который вложено большое количество сил, средств, человеческих судеб, начинает обретать осязаемые очертания. Это, может быть, не самый большой, но очень важный шаг для реализации этого проекта. Проект нужный, проект значимый. Но если он не перевернет устои промышленности, то потрясет их достаточно серьезно. Спасибо, поздравляю вас. Спасибо. Слово передается генеральному директору АО «Блок ЦРС» Ламберский Рудольф. Добрый день, дамы и госпожа. Я очень рад, что компания «Блок» может поучаствовать в этом проекте. Большое спасибо за доверие заказчику, что нас пригласил и готов с нами подписать контракт. Компания «Блок» уже работает на рынке vyše 20 let na rasijskom rinke i za to vremia my postrojili neskoľko závodov pod kľúč z nulia. Ja dúmaju, što čeres karotko je vremia, kde budem etot závod Sovelmaš odkryvať. Spasibo za priglašenie. Spasibo. A slovo передается Картавцеву Владимиру Сергеевичу, генеральному директору ООО СКТО «Промпроект». Спасибо. Слово передается представителю компании «Астрон Билдингс» Орлову Артему Александровичу. Доброе утро, уважаемые коллеги, дамы и господа. Компания «Астрон» является старой компанией. Уже, в принципе, почти 60 лет мы производим и строим промышленные здания по всему миру. Построили их уже более 50 тысяч. И мы гордимся тем, что компания «Совелмаш», команда, которая сплотилась вокруг этого проекта, генеральный подрядчик, генеральный проектировщик, доверили нам свое детище, свой проект. Надеюсь, что мы этот проект выполним в сроке,
уверен в том, что он обязательно будет успешным, как и все другие наши заводы и в России, и в Европе, которые мы построили. Спасибо. Спасибо. Теперь слово передается господину Алеш Отмару, представителю посольства Чехии. Уважаемые дамы и господа, от имени посольства Чешской Республики в Москве, именно от господина посла Вячеслава Пивонки, благодарим вас за приглашение на сегодняшнее мероприятие. Мы смотрим на все проекты, которые между Чехией и Россией. Я бы хотел поблагодарить правительству, даже городу Зеленограду, который поддержку делает этому проекту. Для нас очень важно это экономическое сотрудничество. Компания «Блок», как мы уже слышали, 20 лет на рынке. Они крупная, опытная компания, которая Россию очень хорошо понимает, и у них есть здесь много друзей, и у нас всегда будет поддержка таких компаний. Спасибо вам и желаю всем успехов, удачи и надеюсь, что через год или два будем вместе открывать ваш завод. Спасибо. Теперь переходим непосредственно к подписанию договоров. Сейчас состоится подписание договора генподряда между ООО «Севалмаш» и АО «Блок ЦРС». Время пошло, да? Теперь подписание договора на осуществление функций техзаказчика между «Севалмаш» и АО «Технополис Москва».